Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, Коммент-бай. Это мой монтаж дымохода. Печка, йотл, пару метров трубы и сэндвич наверху. Когда объект сдается, все красиво, все классно. В процессе эксплуатации появляются такие вот вещи. Видите, течь? Это натекло после того, как печка перестала греть. А из-за чего это появляется? Объясняю. Вот этот патрубок на этой печи нет возможности собрать по конденсату. Он собирается по дыму. И большинство печей, чугунные, стальные, неважно, собирается по дыму. В результате что у нас получается? По дыму метр, метр, полметра, а сэндвич собирает следующий по конденсату. По сэндвичу вы нигде течи не увидите. И в самом слабом месте стык между насадкой нижней и полметровой трубой начинает подтек, потому что там собрано по дыму. И все это начинает течь у нас по наружке. Поэтому идеально, чтобы этого не было, здесь должен стоять патрубок, который с возможностью подключения по конденсату. Через керамический шнур ставится труба. Никаких проблем не будет. И вся вот эта гадость будет стекать вовнутрь. Поэтому прежде чем купить печь, посмотрите на патрубки. Особенно если вы хотите, чтобы это было эстетично и красиво. Это раз. А во-вторых, смотрите, чтобы было заднее подключение. Потому что когда вы делаете заднее подключение, здесь это подключение возможно было сделать, но заказчик не захотел. Я его предупредил о том, что может оказаться течь. Так и получилось. Течь пошла. Его это не напрягает, а меня, если честно, напрягает. Потому что когда сделан такой кусок работы, красиво сделано все, а потом ходит так, что жидкость появилась не по моей вине, то меня это не устраивает. Все, прежде чем купить печь, подумайте о том, как она будет собираться, как будет дымоход собираться, насадной будет, либо он приставной. Там обдумайте все моменты. И не спешите покупать. Мне эта печка понравилась, я хочу ее. Нет, все взвесьте, все за и против, все подключения, все дымоходы, всех монтажников. И сделайте какой-то вывод. Все, собирайте систему дымоходов правильно. Предупреждайте заказчиков, чтобы не было никаких вопросов перед тем, как установить дымоход. И работайте честно. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Коммент бай, всем хорошего настроения.